Приветствую всех на своем канале, с вами Маркела Борис. Не так давно я начал эксперимент по поводу вот установки вот этого робота трейдерского, трейдер. То есть вы можете зайти по ссылке, почитать, посмотреть. Также вы можете перевести на русский язык этот сайт, он есть и в русской раскладке. И сейчас мы перейдем в кабинет, посмотрим, что случилось за сутки после подтверждения. После подтверждения мне на бонусный баланс капнуло еще $1.10. То есть мой бета-робот начал работу на сделках. Я здесь не участвую, я его просто после активации. Как провести активацию, вы найдете под этим видео описание. Ну, примерно объясню. То есть вы после регистрации заходите в карьеру. Здесь будет задание. Будет задание вот такое. Вам нужно будет $100 за регистрацию и верификацию. Зарегистрироваться, подтвердить почту в карьере, в разделе «Карьера», написать на листе бумаги «FinTradeCenter», сфотографировать себя с надписью в руке и опубликовать это фото в новостной ленте своей социальной сети с хэштегами. Вот такие хэштеги. Это все там будет в карьере, вы это всю информацию найдете. Ставьте ссылку на свою соцсеть в поле верификации и отправьте. После подтверждения верификации вам дадут робота на $100, который будет вам приносить прибыль. С учетом того, что здесь платить ничего не надо. То есть компания только запускается, компания только обкатывает вот именно этих роботов, проверяет. И на запуске она вот дарит вот такие подарки. После того, как вы купите роботов, то есть не купите роботов, а подарит вам роботов, он вам начнет приносить прибыль. Вот смотрите, я здесь это все установил, верифицировал, и уже 1,9% и партнерских 1,1. То есть мне уже начислились деньги. Вот и на бонусный баланс я их перевел. То есть все здесь чисто, все законно. С учетом того, что когда вы приглашаете друзей таких же, которые хотят попробовать заработать в интернете, они проделают те же самые действия, и вам за это начисляется 5,5%. После этого вы можете, когда у вас деньги на балансе накопятся, вы можете активировать себе любого робота, который предоставлен здесь. То есть у вас деньги на бонусном балансе уже будут. И вот эти роботы, они вам начнут зарабатывать деньги. И деньги, которые вы будете выводить на свои кошельки. То есть я еще раз вам покажу, что в карьере есть такое задание опубликовать в социальных сетях пост на тему выплаты. Иначе бы этого задания просто не было. Также вы можете выполнить вот эти задания. Я здесь задание выполнил, записал видео, опубликовал видео в социальной сети, записал ролик. Вот за это мне начислили по $5. Потом вступил в группу FinTradeCenter, за это начислили $3. То есть это все начисляется первоначально на бонусный баланс. После этого вы можете начинать торговать. Но опять же я вам повторяю, что от вас это ничего не зависит. То есть роботы вне зависимости от вас торгуют, потому что они установлены на удаленном сервере. И они помогают компании проводить вот эти трейдерские сделки. Вам нужно только робота активировать и верифицировать свой аккаунт, активировать робота. После этого вы будете запускать, когда у вас накопится $50, вы купите себе следующего робота. За эти $50, не вложив денег, вы купите себе еще робота. И вот срок работы будет работать 40 дней. Вы его просто активируете, и этот робот вам начинает приносить деньги. И так потихоньку-потихоньку вы будете зарабатывать в интернете. По крайней мере, здесь никто с вас денег никаких не требует. Еще раз повторяю, ссылка на регистрацию и инструкция, как это все сделать, я продублирую в описании под этим видео. На этом заканчиваю. Всем привет. Пробуйте, пока это бесплатно.